знает о Доном, я таким не пользуюсь. Поэтому не могу пользоваться Доном. Так, но я... это у кого-то БМ есть, у того оно будет работать. Я начинаю танчить, комедиант, если чё, ты второй танк. Со мной пойдешь. В втором месте по агроде. Хорошо. Ну, хотя второй танк. Стоп-флут, ребят, стоп-флут. Ребята, на пул даем в комедианта. В трусы, пожалуйста. Чтобы он был второй по агро. Рейдер сам наберет себе агро. Так, Милькор, Володя, Барату, Мак. Вливайтесь через 5 секунд после того, как я вольюсь. А то упадете, сразу скажу. Окей. Еру даем после, без, после первого раскола. Как раскол будет, все встали по местам, даем Геру. Сразу. Так, а кого мне сразу-то готовить? На тебя, Антох, привет. На Антоху готовь, мне не страшно. Ну, я думаю, да, я сейчас разгонюсь, что это, манекен. Это, пиздец опять. Ребята, если, короче, хилы... Если Мелькор будет на втором месте, накидывайте на него просто частицу и хилите дальше. А потом да, пускай, да, пускай да. Делает, что хочет. Потому что, честно, это, не помогает желание. Так, давайте этот, чек на готовность, начинаем, все по местам разбежались. Все, разошлись по местам, по хилам. Кексик направо, Керлик направо, Сайвей налево, Блуди Слеер налево, щитблок по центру. Давай, 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 веди, веди, веди его! Все, стой. Стой! Все, влились. Ну конечно. Это же Мелькор. Первая сальва пошла. На пуль или на комедианта? Это бесполезно, у меня 32%. Так, раньше набрали сразу. Че, все, пизда, да? Да нет, сальва. Давай, потому что ты пагубу не скачал, негодяй. Да схуяли, она вкачана, я наоборот... Одна на одну, она на три. Да в пизду три, я вообще хочу ее скинуть. Да, вот меня вот это смысл вообще вот удивляет, понимаешь. Что там танки будут делать, никого не интересует, никто не вкачивает это дело. А ДПС, красные глаза и волосы назад. Братою, а, ну ты сейчас сбросишь. Мне похеру. Он меня не пойдет бить все равно. Кажется, я вообще могу сесть просто и ничего не делать. Какая разница? 42% я сколько агроги забираю. Что напуливают, я не пойму. Меня вот вар захуярил, блядь, подбежал ко мне, а я не успел от него отбежать. Кексик, Сайвея подними, пожалуйста. А, нет, Сайвей... Где он? По центру лежит. Да, я тут лежу, сзади босса. Могу полежать, ребята справляются, спасибо, хорошо. Поднимается, не стоит. Так, а не надо, БР, не надо, БР, никакого. Я уже потратил, блядь. Да все нормально, все откатится, не переживайте, ребята. Да убили почти, чего парить. Такой босс жесткий. Сейчас просто, если вдруг нечаянно Мелькора уронит, на него БР нужен будет. Не надо его, да, БР, и думает, как бы пагубу вкачать. Рейндж набрали. Рейндж 10. Тут валили отсюда. Хилов не, не захерачить, главное. Вот, почти повезло. Давай захил. Я зубки прожал специально, я видел, что меня сейчас кустануть могут. О, Мелькор срывает уже.
Да не срывает, он там еще до срыва хер знает сколько. Да, а уже рвет. Рвет уже. Ну куда вы думаете, зачем стоять, вы прикалываетесь? А, все, пизда, короче, я сорвал, да? Он уже разворачивается от меня. Я поставил. Он разворачивается. Да, в смысле, нет? Ты второй, он мне ты только что лещ отдал на 200, на 20 тысяч, блядь. Пизди, только блядь! Что? Стоп, Флут! Ты просто второй по агро, блядь. Он второму по агро всегда леща дает. В конце я тебе еще пендаля волшебного просажу. Блядь. Мы, сука, работаем в одной фирме, блядь. Так вот нехуй орать, все нормально, все под контролем. Есть очки давления, бля. Ну да какого хуя я второй по агро? Агро мы включаем. Ебать, 27. Да, Мелькор, короче, пока вы останови ДПС. Мне два удара, блядь, я сдох. Отойди вообще. Я да отошел нахуй. Постоянно ты у меня на хиле стоишь. Все, я вон вообще к стене отошел. Рейдж набрали. Сейчас после этого, после удара Мелькор вливайся. Захил танков. Мне вот интересно, в кого на пол-то вливаешь все-таки? Да походу в меня. Мелькор истерия пошла. Давай, я как раз поражался, вот сейчас я умру нахуй ебенем. Да твою мать. Я который по огромне, еби ты мозг. Да блять, я отошел от штукатурки, она в ту же сторону за мной пошла. Что за бред, блядь? Захил меня, захил. Все, давайте добиваем быстренько. Молодцы. Забираешь мод, давайте, ставлю портал в шатрат. Я второй, где ты? Центр. Где ты, бык? Что ж сегодня-то за неделя такая? Чё не так с этой неделей? Ты вообще ничего не падает. Все быстренько летим, никого сурмонить не будут. Кто не добрался, хер с вами. Давайте. Порталы не зря стоят. Торгул, братиш, давай. Прыгай. Все, мы идем. Ну ладно, это убери там, напиши магии, какой гроу. Гроу магик пишу, нет? Одну из Гроула убили. А, ну... Оверхол, бери, бери. Я взял, взял, суманите его там. Да хуй мы все летим, он так же может из Долорана в шатрат прыгнуть, из шатрата долететь. Да какая нахуй разница, по времени одинаково. Я сейчас кота еще добрал, его тоже сумануть надо. Блять, они с удовольствием из Долорана прыгнут в шатрат, если хотят попасть сюда. Нахуй, да нахер это надо? Там, блядь, аликов нахуй стоит 200 штук. Нахуй они на вот этот зону мной. Ай, Лока, чего вы, блядь, переживаете-то? Ну, что тем более. Ну, камни душ, там вся хуйня, они же такая редкость. А, ну ничего, я даже выйду и позволю из себя высосать их.
Потом ты будешь стоять и говорить, ну давай, вгоняй меня в долги, да? Да-да-да. И не говори. Не, сейчас бы магик так же упал быстро и весело. Был вообще охуенно. Ну, он так и упадет, чел. Да-да-да. Хочешь, Райдер, могу я постоять на этом баху, но не пофиг. Я кто? Брату кто? Володь ты? А, ну, нет, конечно. Володь, все, да. Давай я хилом встану. Куда там встать? Давай кексик постоит. Хорошо, кексик встанет на куб. Я на той неделе стоял, вроде нормально. Вон, Лёха комедиант может встать. Там второй танк все равно не нужен будет. Второй танк не нужен. Главное, ты, Рай, ты запомнил, как ставить надо, а ты не как в прошлый раз только делали. Да, как в прошлый раз было. Было ужасно. Фаргона. Прошлый разговор был такой, что я слова сказать не мог. Прошлый раз, блядь, сколько мы 4 раза, блядь, 5. Так, короче, на кубы кто у нас? Тогда брату, комедиан, кексик, мелькор, кто еще? Кого еще мелькор, кого брату? Вы это, ДПС, алло. В смысле, блядь? Дайте нам отдохнуть, блядь. Куда отдохнуть, блядь? Постоять и нихуя не делать. А как будто ты, блядь, что-то делаешь, блядь. Упал, блядь, он на клавиатуру катается. Я, блядь, две недели стрелу. Конечно, я что-то делаю. А, это ж не баржа, пароход, точно, блядь. Ага. Я говорю, а вечером приходит, падает на клавиатуру и выдает топ ДПС, блядь. Да нихуя не топ. Я боюсь, блядь, пока. Кто еще умеет на кубах стоять? Кекси, комедиант встают, еще кто? Я могу на кубах, Дань. Дим, этот, хиллер рейд. Так, блядь, хули от меня, дай-то толку, я там щитки раскидываю, да исповедь с обновлением бросаю. Хорошо, в середину станешь, трое, еще двое. Я могу. Я это кто? Мелькор. Мелькор, блядь. Блядь. Еще двое, кто может встать на куб? Братов может. Как раз нас двое. Все заебись. Ну, я на самый дальний, чтобы вообще не добегал до него. А он тоже на самый дальний, чтобы тоже не ходил. Надо ставить всех основных хилов и топ ДПСеров. Тогда же Орео будет. А, Вара поставь еще, точно. И все будет заебись. Ладно, все, хорошо. Я заткнулся. Я понял. Ваше молчание угрюмое. Так, Вар, вторая группа, первая. Вио, Дэн, хуй правильно её. Давай подойдем к боссу, ты метки поставишь и каждому скажешь, где, блядь, дай пирожка, вот, все, полностью, все. Кубы разобрались, начинаем. Пойдемте. Все здесь? Чек даю на готовность, на присутствие. Давай, я присту каску. Каску присту, дайте, пожалуйста. Фулл ребаф будет перед боссом. Хорошо. Привет, не переживай, мы про тебя не забудем. Я надеюсь. Привет, это, пожалуйста, в студию. Память о тебе будет жить вечно. Бля, ну нахуя вы под этой хуйней стоите, ребят? А хуй знает.
Я маг, у меня 70% поглощения урона, мне больше остается. Она прикольная, бро. А я вообще возле шкафа, блять. Мне похуй. По мне урон не проходит. Он до тебя не доходит. Ой, блять. Погнали, я могу на себя еще ослабление магии кинуть, и вообще по мне урона не будет проходить. Себя можно не хилить вообще, да? Ну да. Все, мага не хилим. Стоп хил в мага. Тремор, ставьте, шаманы. Пост эфира обновляйте. Рай, тебе нужно вырабатывать голос. Так что он сказал, заткнулись и заткнулись. По-любому. Дай, начинай курить трубку. Бабушка моя. Бросил курить сам, брось курить другому. Это жесть. Нету такой ауры. У кого конь стоит? Или у коня стоит, не знаю, как вы, как хотите. Перекор мне прямо огло рвет, прям рвет прям. Да он как бы. Я что это нужно делать, блядь? По кругу зачистили трэш. Так будет спокойнее. Стойте внизу, я приведу. Да, мага же хилить не надо. Там нормально все будет. Оцени. Оп, блин, и все, ловите. Да, блядь, я съебался нахуй. Я съебался, хата не моя, да? Да, если чё, глыбу прожал. А где эти твари, блядь? Кого бить-то? Я вообще не понимаю, блядь. Чё за... Блядь, как я ненавижу такие данные трэш. А потом, блядь, а где мой ДПС? Да, блядь, я вообще не понимаю, кого бить. Я вон... Дотки кидаю какие-то издалека, которые бьют, и всё, и пипец, больше нихера не делаю. Я вообще не понимаю. Такая куча мала, блядь. Так, зашли, сейчас по кубам назначаю, потом пуляем трэш, заливаем трэш по-быстрому. Дайте фул репаф рейду, пожалуйста. Спасибо, ребят, большое за понимание. За деньгами на реги, потом обратитесь к Мелькору. А, полюбасу, блядь. Я могу очень завуалированно, ну, послать вас другому человеку. Так, ребята, у нас такой вопрос. Так, давайте есть... я сейчас быстро покупаю, распределю, потом будете. Дань, секундочку. У нас есть вар в рейде, Таргул, Ник, он где-то трупом валяется. Где, я не могу понять. Я думаю, его на перелетке с Маунта скинули к херам. Ну, короче, будет валяться еще 2 минуты, просто кикаем и нахуй. Сейчас он подойдет, говорю, он бежит, он по карте, посмотри, бежит. Ну, скорее всего, там алики были. Вторая группа, вар, первый. Встаешь на трусы? Диджей Кексик встает на ром посередине. Так, на звезду. Кто говорил? На звезду. Встаешь комедиан. Так. Кто еще говорил, встает? Я. Дай пирожка. Дай пирожка, встает на ром. Не понял. Мелькор на ром. Мелькор в ДПСе. Твою мать. Так, дай пирожка. Стой, подожди, по новой. Дай пирожка. Встаешь на ромб станешь.
Диджей Кексик на звезду встает. Так, Суавей, Суавей. Встанешь на круг. На круг встанешь, Суавей. На что? Так, на трусы встает комедиант. И на череп встает... Кто, кто у нас еще говорил? Фарго. Опять же было, блин. Кого забыл? Фарго. Вар. А, все, понял. Этот, вар, встаешь на череп. Антоха, да. Все, все тишина, поняли? По своим этим поняли? Да, 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 вар, ты встаешь на череп встанешь. Кексик, да, встает. Кексик на звезду встает. Все, все поняли свои позиции, поняли? Да. Так точно. Когда откинет, вот вы прожали куб, вы прожали куб, отошли от него в сторонку, вот сюда, вот, все, встали, стоите. Откинул он вас, откинул, обратно на куб встали. Все Магеридона, кто на кубах стоит, Магеридона в этот взяли фокус. Смотрите, кастовать начинает, все кубы прожали, чтобы не орал никто в этом, блядь, в РК. Сами посмотрели, увидели, кастанул, прожали. Я говорить буду все равно. Дай мне помощника, я расставлю метки надо. Еще. Давайте без вайпа, все аккуратно. Все здесь были по 1000 раз. Райдер, дай мне помощника, да. Братову, я еще дополнительные метки поставлю. Все хорошо, сейчас дам. Ну и вару там дайте, который прибежал там, ну, ребаф, понимаю. Скажи ник, пусть ебанут по нему все, что есть, блядь. Так, вару, а, торгулу, все. Торгулу. Полностью ребаф дайте. На торгула ребаф. Ну все, у него да, все бафы как... есть. И интеллект, и дух, самое главное, вару. Больше не дух, дух есть уже, дух я бафнул два раза. Так, все, все встали в кучу, встали, столпились в кучу, все отхода отошли, все в кучу встали. По местам я распределил, надеюсь, все все поняли. Все в кучу встаем, делаю чек на баф, на пул и поехали. Танки работаем. Подожди, подожди, подожди. Блять, метки все, да? Мелькор и Барату. В бой вступите через 7 секунд. 7 секунд отчитайте, вступайте, чтобы агро не рвали. Схуяли чуть-чуть 7. Дайте наберу. Было 5, блядь. Но теперь 7. Потом будет 10. Через дворей, да мы вообще просто будем стоять, блядь, походу. Ну, буду вам брать вагонами. Ребят, ну, метки стоят. Метки стоят, кто на этих кубах стоит, вы можете кричать метки, все люди будут их видеть. Чтобы к ним, если что, бежали. Все, давайте, погнали. Все в кучу встали, в кучу. Так, Мелькор, поднимаем бомжей. Ща, погоди, сев. Вот, все, отдаю. Захил Мелькора. Все, кстати, вижу. Не уже бомжи. Все, вижу, вижу. Все отлично, по местам распределились, РДД, ДД распределились полукругом. На пол в меня, на пол в квадрат. После первого откидывания даем Геру.
Не дашь, выходишь. Жалкая магия будет удерживать меня вечно. Ребят, тут в гильдии есть кандидат на кик. Шаман некоторый. Мелькор, скажешь, когда вольешься? Ну, влился. Керлик, отойди, пожалуйста, потом с платформы перед тем, как... Мелькор, даю истерию. Спасибо. Давай. О, вылился, блядь. Блин, я... Вован, тебе, короче, надо показать, Геру, как правильно ставить. Здесь стоит. Нормально стоит. Такое. Нормально стоит все. Меня откидывает все равно сильно. Напрягает. Нет. Так, чтоб не откидывало. Прожали. Кубы. Прожали кубы. Дефендер, ты что делаешь на моем кубу? Скажи. Череп мой. Антоха, нет? Я тебе сказал, ты ДПСишь. Я тебе в чат написал в личку. Я не видел. Все, блядь, просто бей. Где? Антох, а просто бей. Твой Дефендер. Твой Дефендер, прожимай кубы так же. Все нормально. Дурачок стоит, да? Я просто не видел, Вован, лички, честно, я на чат не обращаю внимания особо. Я не тебе, Антоха, говорю, а второму Антохе, дураку, который... Блять, ну вы хоть блядь. Объясняйте, блять. Так мы не общаемся. Сейчас второе откидывание будет, приготовились. Все. После откидывания сразу на кубы. Да, я вроде объяснял изначально. Куб, нажали кубы. Красавцы. Все, красавчики. Молодцы. Ёпчик, кепсик с вами. Заебись, теперь мы не пропадем точно. Defender мне проще, потому что у меня колонки Defender. Этот умер у нас вар, который на кубах был, на кубе был, по-моему. Замените его. Кого заменить? Третья группа вар, он не на кубах? Как он вообще умер? Демонолог. А, ну все тогда. Все понял. Нормально. Как он умер? А его не подкинули во время прожатия вторых кубов второго раза. Понял. Это, я кексик, бы мог, но там... потерял бы на кубе. Так, Кексик, ты задних между нажатием кубов пробегай задних, прохиливай кубы, нажали. Нажали кубы. Все, молодцы. Четко. Сходи в прож... Так, отошли с центра все. Прохиливай. Нет, что ли? Все, прохиливайся. Штукатурка приготовились. Мелькор, поднимаю истерию. А штукатурку-то не давай. Давай, давай, жги, жги, блядь. На, встречай. Кексика, прохилить. Блядь, не успел сам себя прохилить, сука. Кексика, заметьте кто-нибудь на звезду. На звезду быстро встал один. Один на звезду. Не, не весь, молодец. Рейд, один. Хватило шара.
Это да. Все нормально. Прожали кубы. Прожали. Молодцы. Еще одно прожатие будет. Стоим, ждем. Наверное, уже не будет. Не должно будет. Будет. Бля, что-то ДПС упало. Непонятно почему. Давайте добиваем кубы. А сейчас куб, блядь. Не надо. Сука. Успели. Поднимите нуба, пожалуйста. Давайте, резайте памшиш. Как угодно, давай заролим срок. А вы уже убили груля, да? Да. Ну, там, линию, да. Спасибо. Давай, дракона на ролл. Все его хотят, я его сильно хочу. Сука, сколько он падал ни разу, блядь, даже 20 не выкидывал. Роль, потом можешь прямо из него выдавать. Это да, забираешься. Да. Вообще ничего не падает. Пиздец, 13, ебануться, блядь. А ну хотя бы кто-то 7 выкинул. Маркуй, 92. Везет человеку сегодня, понимаете, везет. Надо сотка. Кикать из гильдии, мне кажется. За это. Так, Блуди. Блуди, за основные заслуги ты помнишь, да? Блуди в каком пати? Не вижу. Мы и тебя, прям... главное, на помойке да, нашли. Отмыли. ГЦ были, ГЦ. Так, Накурина в гичат отпиши. Да, хорошо, понял. Сейчас в кару пойдем. Я не буду чуть. Чё кидать, Ро, кому надо? Чё там? Шлем? Кольчуга, нахуй. Лихорадка, кожа тебе-то зачем? Физрой, подойди ко мне, обмен, кинь квадрат. А, вот, вар выиграл. Войди Фейнджер. Главное, подойди к квадрату. Главное, подойди к квадрату, а сам спрятался. Да, ты выйди из этого. Из инвиза, блядь. Там голова Магеридона осталась? Не осталась, я ее не вижу просто. А кто видит? Войд, посмотри, там видно голову, у тебя по-любому не должно быть. Так, да блин, конечно. Кидайте на голову, я этот ответственного передам.
А что, Керлик 71. Керлик 75. Лихорадка 96. Все, лихорадки передаю ответственно. Ёбаный в рот. Все, можешь забрать. Антох, отключай микрофон. Так, Накурина, передаю. А, голова это тупо. Привет, Дань. Приветствую. А ты даже не понял, кто это. У меня Настюшку из больнички выписали. Ну, это сразу. О, мне. Поздравляю, поздравляю, приветствую еще раз. Так, Керлик 76. Ко мне подойди, обмен кинь. Ты выйди из магика, чтобы тебя видно было. Да нет, я в самом инсте. Нет, в смысле, ты выйди из туловища. Из трупа выйди, то тебя там не видно. Ну ладно. Так, что у меня еще здесь осталось? Вот что осталось. Ролл. Какая лихорадка, я в тебя верю, ну. Во, молодец. Красава, забава. А, хуйня, забава. Переролил. Там, по-моему, ноги еще были. А че это? Забар, подойди к квадрату, забери. Ну что, честный ролл. Ну да. Штаны-то 4, кому нужно? Че такого? Ничего на друида не упало, я в шоке. Пойду на пик. Астра чего-то там, Астромилия, ко мне подойди, забери. Обмен. А, кстати, я их же тоже ролить хотел. Сейчас извиняюсь, Астромилия. Пиши ролл. А, ну-ка нахуй, блядь. Ну да, остальные. Ладно, всем удачи. Давайте, кому портал надо, стоит вот еще портальчик. Иди до охотника. Оверфал 80. Керлик 99. Ко мне отдам. Отдал, ты портанулся. Я вдали сейчас. Ты телепортанулся? Да. Зачем? Я случайно на портал тыкнул. Ничего так, страшного. Что у меня еще осталось? Щит отдам. Хуй его знает где. В Подгороде отдам. Че вот? Вообще ничего не упало. А че там, тряпок больше нема, да? На фигня. Лихорадка 90. А, вот. Вар 98, ко мне подойди, забери. Ну и все, в принципе. Так, кожа осталась, кольчуга осталась. Вот троллю. Какая, ну это уже второй раз троллю. Первый раз никому какая ничего не надо. Кому? А, это кольчуга. А кто здесь? Ну, нахер? Ну да. Все, всем спасибо за рейд. Рад был вас видеть. Свидимся еще. А, в Подгород есть портал маги? Да, есть, конечно. А, в Подгород, можно? В Подгород. Даю. Так что, мы идем в 25-ку ИК или не идем? Я сейчас иду на этот... На Каражан ты идешь. Короче, да. Рай, создавай события на завтра, также на 20.30. Ик и Оня. А Гера? Да, 25-ки. 25-ки, чтобы это... Ну, или мы пойдем с пугами закрывать, или мы кого-нибудь из наших просто оденем. Просто 25-ки можно... Вот вам же на чудовищ надо, правильно, мужики? Вы можете Ик и Оню пройти в десятку с пугами. Там никому ничего не надо. И вы себе закроете. А 25-ки можно оставить, ну, я хуй знает, на середину недели.
когда так уже лучше может будет. Это, ну, собрать вот завтра, допустим, 25-ки, кому нужно будет, потому что, ну, завтра пятница, и на вечер, блядь, ну, все свободны более-менее. То есть, ну, а сходим, гру, закроем. Гер... Нет, Вайда. Гру маги гер подождет, потому что, ну, ик это, блядь, ну, 40 минут. Оня, это еще 20 минут. Час делов. Все, закрыли. Отдали шмот своим, закрылись, блядь. Все, заебись. Все закрыли квест, все улыбнулись. Пошли потом в гер, если захотели. Все, ну, отлично. Да, в гер не все потом... могут сходить. В гер... Да, и то в гер не все могут сходить. А вот помочь вам закрыть обычку мы можем. Или мы можем пойти помочь пугам, блядь. То есть здесь уже решай ты. Ты же у нас РЛ. Вот. Дальше, смотри. Вопрос. Хорошо, завтра этот, и коня 25 создаю событие, и сразу же вечером также от события Гера не отменяю. Оно будет. Ну ставь на 20-30. Дополнительное, да, событие. Я время переношу Грул Магик 25 Гер на 21-30. Переношу время. И создаю на 20-30 этот... Скажи мне, я тебе тоже скажу, блядь. Ик. 25-ки, ик 25, Оня. Да, 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 у меня такой вопрос. Почему на 21-30, а не на 21-21? Да, ну можно так. Вот, дальше, короче, что... Суббота. Субботу нужно сходить нам будет тогда в ЦЛК в десятку, сделать тебе профа по-резкому, чтобы в воскресенье мы пошли в Орёску 25-ку. Ну, делай... 25-ку и ЦЛК 25 надо будет трайдить, ребят. Вы, то есть, да, вообще как бы... Есть... Я хочу тебе, Райдер, сказать. Вот видишь, справа там есть такая карта, и там календарик. Вот для тебя это сейчас самое важное. Зашел, план на неделю составил, и все его придерживаются. Мы будем, да, говорить, просто... у нас был какой-то план, и мы его придерживались. Просто в день какой-то инст. На определенное время также, там на 8 вечера, да? Сегодня такой, на 8 вечера, завтра другой, на послезавтра 8 вечера, там третье. Каждый, да, день, да, какой-то это. Рассчитывая то, что с 8 до 10, допустим, да, мы, ну, до пол 11, там до 11 мы зайдем, куда-то побегаем, походим. Потому что, видишь, ДПС у нас до жопы, блядь, поэтому можем проходить, в принципе... Ну, много чего. Если это инсты типа такие, как ЦЛК или Зуламан, то мы, в принципе, это можем растянуть на 2, там, даже на 3 дня, хусим, по 2 часа там их траить, блядь, в день. Похуй. И все равно от КД до КД мы это закроем. Колян, что тебе надо от меня? Силу заклинаний или просто силу? К силе. Все, ладно. Ну ты, Рай, короче, меня понял, да, насчет календарика? Да, я понял. Хорошо, я понял. Сейчас, все, Керлик, давай, подожди, пожалуйста. Создаю этот событие, убери обмен. Сейчас я доделаю. Так, блядь. Так, что, все у нас? Нихуя себе, позадеться, а? Так, Керлик, обмен. Он не видит. Ну, я думаю, никто не будет против, да, насчет этого решения? Да, ну, я так думаю, это хорошее решение, каждый день куда-нибудь ходить. Если мы в один день что-то не прошли, большой инст, то мы его переставили на следующий день. Все, в чем проблема-то? Керлик, я думаю, ты заебись. Нами в Каражан? Такие, да, вот я, легкие, вот, да, вот я такие... собирать уже начал, как бы, хотел тебе пати кинуть и РЛ отдать. Такие легкие, так, инсты, как вот, кидай, мы сейчас ходили. Ну, видишь, тут Рай у нас в Каражан пообещал сводить людей. Пусть он, пусть уйдет в Каражан. Но нет, на следующей неделе... Людей... Смотри, не, во-первых, ну, надо, понятно, мелких людей надо, чтобы они хотя бы там 2-4 имели, чтобы хоть какие-то проки были, чтобы они хоть какой-то ДПС давали. Ребят, я понимаю, Вован, что это надо. Но, с другой стороны, я не закончил нельзя мысль забывать. Антох, я не закончил, ну, мысль. А, ну, то что ж, жги, давай. Ребят,
в Каражан в обычку ходить надо, там падают 2-3-4, вы можете ходить с пугами. То есть насчет этого никто вам против ничего слова не скажет. Можете собирать там с наших, просить, кто может, тот поможет, сходит с вами и поэрылит, и все сделают. Просто 2-3-4 реально выбить самому. Остальное будем добивать с Грула Магика вам еще 2-3-4 для полного сета, если вам это нужно. Кто там 2Т4, 2Т10 собирает, то вообще в Т10 шмот одевается, но это от спека зависит. Поэтому, ребят, давайте, дерзайте. Если какая-то помощь нужна будет, вы можете всегда написать замам, самому ГМу нежелательно писать. То есть пишите, всегда постараемся чем-то помочь, что-то сделать. Поэтому давайте, парни, всем спокойной ночи. Да? Так, Дима, Славы, Игорь, Керлик, Лихорадка, Накурина, Щитблок перешли в РК вниз, в Каражан. Раздел Каражана, все туда. Что? Это, Кто? РЛ, да, да. Рай. Слышу. На следующий четверг планирую, как обычно. То есть, Ролл, Магик, ИГ-25. Хорошо, понял. Сразу три, можно даже 4. Можно даже Сони закрывать. Да, Они да, тоже если... закроем, чудовище за один день закроем, открестимся. Если рейд пиздатый, да, соберем, допустим, Оню 25-ку. Если рейд такой себе, просто разбежались по десяткам. Но сегодня, да, весело, на ура, все пробежали, прям поугарали, посмеялись. Мне понравилось. Ну, конечно... Мне понравилось. Конечно, был беспорядок, блядь, но поугарали, чё. Ну, блядь, ну это риды такие лайтовые. Это все решится. Это все решится, просто когда будут хорошие рейды, там будет совсем по-другому. Блин, Вован, понятно, там ты рявнешь, я рявкну, ну, блядь, все заткнулись. Не, я Райан Модер подал. Мужики, я пошел в комнату Каражана. Рай, я тебе модерку дал, ты можешь теперь включать режим администратора.